Добрый день, добрый вечер, доброе утро. В зависимости от того, когда смотрите или будете смотреть нас. Микрофон Андрук, это студия Игрокам ТВ. И мы начинаем трансляцию новой программы, новой рубрики, по сути, на нашем канале. Рубрика называется «Ретро Интернешнл». По сути, это ретроспектива на прошлый Интернешнл и на главный, на топ-турнир, собственно, от которого шагает вся история Доты, с которого она началась, и не будем, конечно, загадывать, но, скорее всего, которым она и закончится. По сути, важнее Интернешнл нет ничего. Команды подходят к данному турниру в оптимальной форме, потому что команды борются за максимально возможные деньги, не только для профессиональных игроков, да и вообще для всех, кто фанатеет от Доты. Понятно, что больше, чем победители Интернешнла, простые игроки в Дота 2 редко зарабатывают, если только Гейб Ньюэлл не рубится в Доту просто как осатанел. Ну, поэтому, собственно, мы выбрали данный формат, ну и с него... благодаря ему решили изучить все вопросы, почему да как изменялась мета, как менялись комбинации игроков, стратегии, которые игроки выбирали, которые были некогда еще популярны. Чтобы сравнить это с современной ситуацией в Доте, чтобы понять, что, собственно, изменилось. Изменилось в лучшую сторону, изменилось в худшую сторону. Кто у нас исчез из пиков, кто в пике вернулся. Все это, конечно же, на слуху, все это обсуждается. Но посмотреть на такие вещи, собственно, в упор никто пока что не решился. Возможно, никому кроме нас это не было настолько интересно. Но мы постараемся максимально вложиться в данный проект по силам, по времени, по идеям. Ну и вообще по анализу ситуации. Как ни странно, для первого выпуска был выбран коллектив Natus Vincer, кого же еще выбирать, и был выбран, по сути, абсолютно рандомный матч. Да, я старался взять матч относительно высокой градации, то есть это не рубка за где-то на групповой стадии, рубка, по сути, ни за что, хотя если можно вообще на интернешнле такие матчи найти, это игра за... приличное количество денег. Это игра, которая является финалом лузеров International 2013 года. Команды, которая здесь побеждает, эта команда, по сути, зарабатывает уже порядка 300 с лишним тысяч, на 300 с лишним тысяч больше, чем проигравшая команда. Тот, кто проиграет в этом матче, я думаю, что если вы изучали в школе историю Доты, то знаете, что матч этот, кто выиграет и кто проиграет, я думаю, вы прекрасно знаете, кто играл в финале Интернешнл. Озвучивать не буду, вдруг у нас есть такие, которые не знают, будет им интрига. Ну, со стороны команды Na'Vi пики все были исключительно на пупе. Это Кэп, который после ухода Артстайла, сразу после первого Интернешнла взял... под свое командование данный коллектив, и получалось у него, в общем-то, очень даже неплохо. Вы все прекрасно знаете историю Na'Vi после 2011 года, это 2012-2013, победа, это финалы Интернешнл. Это большие призовые деньги, это продолжение пути чемпиона, да, они не становятся первыми, но при этом они продолжают быть, в принципе, одной из главных действующих команд на мировой сцене. Одну секундочку. Так вот, по пикам все того же Пупе интересно было проследить, что изменилось от Артстайла до Пупе, что, в принципе, изменилось на данный момент. Мы сейчас сможем понять после Артстайла с его агрессивным пиком. И как изменился пик от Артстайла до Пупе, а потом наоборот. От Пупе снова до Артстайла. Я не буду брать на вооружение какое-то хотя бы аналитическое пики промежуточных капитанов, того же Габлака. Это неинтересно, и это на самом деле не самая яркая страница в команде Na'Vi. Такой вот период застоя, период упадка. И хорошо, что он закончился. Вот. Интересно посмотреть, насколько Пупей отличается от нынешнего отстайла. Ну, на примере вот этого противостояния, данного Best of 3, я думаю, мы сможем с вами... понять, проанализировать. Ну, все это, разумеется, уже давным-давно прошло. Все это, разумеется, причем не в ближнем, не близком прошлом. Все это в дальнем прошлом. 2013 год, два года назад все это было. Это было, если быть более точным, 11 августа 2013 года был этот матч. Вот, и
с того момента в Доте изменилось чересчур много, и не только в самой Доте, не только в пиках, но и сама Дота у нас преобразилась, сама Дота стала в какой-то момент медленнее, в какой-то момент быстрее, в какой-то момент она стала более агрессивна, в какой-то момент, опять же, ее обновление и изменений Доту сподвиг в некое русло футбола или какого-то вида спорта, где играется по 90 минут матчи. Все это, конечно, было, все это прошло, и сейчас, собственно, на примере данного матча сможем понять, вообще, чем это все обусловлено, вот эти изменения от того момента до нынешнего. Ну, давайте сейчас перейдем на пик, на баны, и, собственно, я думаю, все, кто за современной ситуацией в Доте следит, поймет, что и сам для себя сможет отметить, кто появился, кто исчез, кто возвращается сейчас в Доту и кого мы уже, в принципе, и можем и не увидеть в Доте, как минимум, в ближайшее время. Ну, сразу же примечательным является пик, пик Дарксира. Первым же пиком для Пупея, от Пупея залетает Дарксир, который сейчас возвращается, опять же, к команде Na'Vi и вообще возвращается в современную Доту. Вспомните последних два года. Как часто видели ли вы Дарксира? Дарксир у нас, конечно, всплывал периодически, но зачастую последние два года как-то обходились без данного героя. Только на моей памяти, наверное, последние пару месяцев. То есть это апрель, май, может быть, где-то конец... Да нет, даже не конец марта. Скорее всего, где-то с конца апреля и в мае, наконец-то, Дарксир у нас возвращается в современную мету. Ну, на тот момент мета была без него вообще невозможно, как и вот, собственно, без героя, которого Na'Vi забанили первым. Это Визаж. Визаж отлетел в бан, и Визаж по всей статистике того турнира 2013 года, третьего интернешнала, Визаж оказался самым пикабельно банным героем. 68% матчей не обошлось без Визажа. Либо он был взят, либо он был отправлен, к, собственно, в бан, либо... то есть, если на него не обратила внимание одна из команд, то это уже было примечательно. Если же не обратила на него внимание какая-то команда в силу какой-то стратегии, потому что он не заходил, например, по той стратегии, которую избрал тот или другой коллектив, это тоже было примечательно, значит, стратегия была ой-ой-ой какая индивидуальная и оригинальная. Без Визажа, в общем-то, танцульки вообще не происходили у нас в Доте того времени. Ну, собственно, Визаж отлетел первым в бан. Отлетает также в бан от команды Na'Vi Бэтрайдер. Ну, Бэтрайдер, разумеется, гость вообще в любой Доте. Так что ничего особенного. Вот Бэйн. У Бэйна тоже стоит, я думаю, сказать, что Бэйн относительно недавно появился снова в Доте. До этого Бэйна около полутора лет, наверное, никто и не пикал. Причем это касается не только СНГ и Европы, это касается и Азии, и Америки, да всех вообще. Даже Пуэрто-Рико, я думаю, прекрасно обходилось без Бэйна. Да, я говорю о матчах, о которых, за которыми я следил. Конечно же, это Европа, конечно же, это Азия и Китай. Ну и Америка, безусловно. Так вот, Бэйн и там не появлялся. Теперь все чаще забирают Бэйна. И, кстати, Na'Vi нынешнего времени, образца 2015-го, образца такого вот New School Art Style, тоже Бэйна очень часто берет. И берут исключительно... Ваня берет его себе. Что хотелось бы сказать вообще по Na'Vi Art Style-овому нынешнему и Na'Vi... с арт-стайлом еще первого, собственно, арт-стайл Version 1.0. Так вот, Version 1.0, где арт-стайл играл у нас на серьезных мужиках таких, на таких плотнейших героях, это либо Слардар, либо Баланар, либо, даже, я думаю, Инчу можно смело в мужики запихивать, потому что все-таки Коза с Момом и Аганимом на 20-й минуте, я думаю, что это заслуживает внимания. Попробуй разбей этой козе лицо. Конечно же, это было все сложно. Так вот, арт-стайл, стиль игры, вот насколько я могу заметить сейчас, откомментировал я матчи команды Na'Vi на квалификациях европейских все, и до этого, естественно, внимание на какую-то другую команду, а не на Na'Vi обращать не приходилось. Так вот, арт-стайл сохранил стиль игры. Он сохранил стиль игры бей-беги, такой run and gun, своеобразный американский. То есть мощно, быстро, сильно, вперед, 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 постоянно. Давление постоянное, навязывание драк и агрессия. Но, что примечательно,
Так, я сейчас выберу себе паренька, который будет управлять камерой, Тоби. Нет, замолчи, Тоби. Тоби просто будет показывать мне, что у нас происходит. Ну, естественно, это все для того, чтобы и рукам было попроще, и чтобы я мог отвлекаться на некоторые моменты, которые касаются, в частности, публикаций в прессе, которые были после этого матча, ожидания, прогнозы, которые состоялись, которые были оправданы, и прогнозы, которые не оправдались. Вот, для этого, собственно, мне и нужны будут руки самого Тоби Вана. Одну секунду, сейчас мы по звуку все настроим. Все, в принципе, можно переходить. Так вот, говоря об арт-стайле, капитане Доты того времени. Ох, как разнесло СФ-то. Артстайл сохранил стиль игры, просто на данный момент забирает Артстайл себе героев, которые не вывозят тот дэмэдж, который, по сути, вывозил Баланар, который вывозил Слардар. И Артстайл стал своеобразным мальчиком для битья для соперников команды Na'Vi. Что примечать, Пупей, конечно же, себе такого не позволял. Но не будем забывать, тут психологический момент такой. Пупей у нас рассудительный капитан был и остается для секретов. А вот для команды Na'Vi такой капитан, как Артстайл, был исключительно капитаном сорвиголова просто. Человек, который вел за собой вперед, который не каким-то интеллектуальным и я не знаю, как там по психологии дела обстоят, который просто своим примером показывал, как надо драться, дрался жирно, много, постоянно, умирал просто как полоумный, и при этом арт-стайлы разменивали на 2-3 игроков соперника. Игроки команды Na'Vi, я думаю, что первый International вряд ли кто-то из зрителей обошел вниманием, если обошел, то зря, пересмотрите. Так вот, Artstyle там всегда был впереди всей команды и первым же, по сути, и умирал. Но при этом мог двоих-троих лично забрать, еще двоих-троих команда Na'Vi загребала вместе с собой. У Пупея такой истории не наблюдается. И теперь Artstyle образца 2015 года продолжает лезть у нас на рожон каждую вообще часть игры, но при этом героями играет абсолютно хлипкими. Либо это Чен, либо это, например, тот же Бейн, кстати, о котором говорилось. Бейн от Артстайла почему-то всегда на передовой. Пупей данных мувов себе не позволял, ну, потому что совершенно другой стиль игры. Ну и не будем забывать, было бы неплохо, конечно, провести примерно такую программу аналитическую в конце International 2015 и понять, чем отличается, например, команда с артстайлом, которая заняла призовое, хотя бы такое призовое, как с Пупеем, Na'Vi заняли в 2013 и 2012 году, чем она отличается от команды с артстайлом во главе, которая тоже заняла какое-то призовое место. Ну, для этого команде Na'Vi надо удачно выступить на International. И великолепно, конечно, что они туда едут. Выиграли европейские квалификации, и там мы их будем наблюдать. Ну, собственно, давайте перейдем к самим пикам и по расстановке лайнов, по комбинации все обдумаем и поймем. Что сразу бросается в глаза? Это Naga Siren. Naga Siren, которая играет у нас фулл саппорт. А ну-ка, Тоби, хватит. Хочу без тебя управлять камерой. Naga Siren, которую в данном случае забрал у нас Нет от команды Orange. И эта Naga Siren является фулл саппортом. Она не идет в мидлейн. Она не покупает себе радианс. Она не превращает игру в 45-98 минутное скучное действие. Она исключает роль саппорта. Она, точнее, играет роль саппорта. Она поет свою песню, вокруг кружком команды соперника собираются игроки и разваливают, по сути, всю команду, которая у нас в этом сне оказалась. Либо же она на отходах помогает не попасться всей команде. После этого, я думаю, что все, кто профессиональную доту смотрит, после этого примерно представляет, какое издевательство над зрителем представляла сама собой Naga, если она появлялась в пике. Ну что, Муши у нас на мидлейне. Муши, который играет на Queen of Pain, и Муши, который только что чуть было не отхватил от Пупея. По Муши, если говорить, кстати, да, по Муши немножко позже вернусь. Так вот, по поводу Наги. Давайте закончу мысль. Naga у нас переквалифицировалась в свое время в
жесткого керри, керри, который стоит на мидлейне, керри, который занимается исключительно фармом, исключительно давлением потом по всем линиям, своими иллюзиями, своим радиансом, который имеет огромнейшее количество фарма. И теперь, вот сейчас уже в 2015 году, что, собственно, говорит о спирали истории, которая касается, пожалуй, и доту тоже. Теперь Нага опять у нас ушла из меты и вот-вот, совсем недавно вернулась, в частности, в китайскую доту и частично в европейскую, тоже в роли фулл-саппорта. Тоже в роли саппорта, который имеет потенциал в лейт, но при этом не забирает фарм всей команды. При этом не пушит линии, как полоумная, и не является, не делает свою команду командой одного игрока. По пику Нави дальше, если говорить. Сеф на миде от Дэнди, в общем-то, классическая нормальная схема на тот момент. После этого Сеф стал просто полнейшим мейнстримом и абсолютно скучнейшим персонажем. На тот момент, 2013 год, это было еще свежо и интересно. На тот момент, вообще, пик самого Сефа, я помню, у меня лично, да и у всех, вызывал некую радость. И единственная мысль, что Дэнди затащит. Дэнди дали жирного героя, Дэнди будет убивать. И Сефы тогда не собирались в Мекке. Сефы тогда не фармили себе Юлы, это все пришло гораздо позже, как раз вот под самую скучную стадию доты. Это, по-моему, 2014-й, переходящий в 2015-й. Дота, когда мне посчастливилось начать на профессиональном уровне комментировать сей вид киберспорта. Вот как раз к этому моменту SF превратился в абсолютно заунылое существо, который выполняет... Не устану повторять роль некой санитарки на карте, которая, в общем-то, такая перекачанная, плотненькая, и лицо может разбить в ближнем бою, но при этом основная функция от СФа — это помогать всей команде на первых этапах. Потом где-то к лейте СФ может выйти какие-то артефакты на дэмэдж, артефакты на аджор, тот же сатаник. Ну, на тот момент СФ, если брался на мид, то этот СФ шел убивать, и я думаю, мы зрителями данного мува с вами... сегодня станет. Ну и Dark Seer у нас со стороны команды Na'Vi отправился в сложную. И эту сложную по первому матчу можем наблюдать. Отстоял вообще не ален. На 6-й минуте спушилось 2 тауэра. Куху на вивере по крипстату у нас на 2-м месте. Ну и по фарму Куху, в общем-то, где-то, я думаю, в топе как минимум. Я думаю, нам режиссер Тоби это чуть-чуть попозже покажет. Так вот, Dark Seer отстоял у нас сложную. Вообще не ален. И такая ситуация, разумеется, денег дополнительно оранжем должна была дать. Но при этом Na'Vi, которые всегда славились своим фармом, умудрились еще и 1500 быть впереди. Ну, по сути, это один из многих плюсов, но один из наиболее важных плюсов команды Na'Vi. Они в любой ситуации фармят великолепно. Ну что, выход на Дэнди на мидлейн. Муши через Cream of Pain, через Impale от Икса. Ну, развалили очень быстро Дэнди. Это ФБ, и ФБ сделаны на одном из важнейших героев. И хвост уже тут как тут. На мидлейн подошел, зацепил Нета. Ну, Нет прилично жирноват. Я думаю, вы знаете, что Нага отличается достаточно большим количеством прироста агилити. Собственно, и врожденный дефенс у нее мощный. Если первые куски ХП хвост на лайфстилере может отрывать достаточно быстро, то... Так, ну вот, собственно, по золоту я вижу, что оранжи уже у нас вышли вперед, а по XP Na'Vi опережают своих соперников на 2000. Ну и Нету, разумеется, тут посчастливилось, что герой у него, в общем-то, и агильчик, но при этом достаточно плотный. Ну и герой, который на саппорте не сливается так быстро, как это, например, делает тот же Рубик, или как быстро может сливаться, ну, Джакира, в частности. Джакира, на котором играет Пупей. А по дальнейшему пику команды Natus Windsor. Конечно же, это Куроку. Конечно же, это Куроку, причем на Рубике. Этот герой, мне кажется, где-то в Ликвидпедии может смело напротив этого героя стоять фотография самого Куроку. Потому что Рубик за Куроку закрепился плотно. И если брали Рубика, то хотели играть как Куроку. Если брали Пуджа, то хотели хукать, как Дэнди хукал на ранних этапах International. Ну и, конечно же, если кто-то знал, что такое сплитпуш, то хотел сплитпушить, разумеется, как Адмирал Бульдог, который тут еще нас сплитпушит в данном турнире немного позже. Причем это было в этот же день, если я не ошибаюсь, по-моему, 11 августа 2013 года.
после финала лузеров был и гранд-финал. Гранд-финал, в котором команда Alliance показала, насколько хорошо они пушат и как они могут ломать всю тактику коллектива соперника. На тот момент Na'Vi, разумеется, еще не добрались до данного этапа. Они сыграли на тот момент уже с альянсами. Так, у нас замес в лесу. Квапа наорала на Пупе. Пупе, в общем-то, нормально себя чувствует. Ну и Нет опять на лоу хп уходит. Жирноватый Нет. То есть можно использовать как саппорта. Не обязательно одевать у нас Нагу Сарен, чтобы Нага чувствовала себя хорошо. Да, дальше, конечно, у Нета могут быть проблемы. Нет пошел у нас отдаваться Эншентом. Не знаю, может быть даже и зря, но в любом случае Нет у нас не погибает. Погибает, точнее погибает, но не от рук хвоста, а от рук нейтрала. Счет становится 2-1 в пользу команды Orange. Притом этот один килл на нейтралах сделан. По сути, ничего не произошло. Ну и первый файт у нас по таврам со стороны команды Orange. Стенка пошла у нас от Фаника. Икс цепляет у нас Фаника. Фаник еще и в сетку у нас попадает. Ну и по счету... Кстати, лайфстиллер в это время забрал у нас квапу. Ну и Фаника тоже отдает команда Na'Vi. Счет становится 2-3 на 10-й минуте. В это время Дэнди там подпушивает уже тавр. Дэнди не смещается к своей команде. Дэнди нормально себя чувствует на миде. Ну и, разумеется, Дэнди это и ни к чему. Меки-то у Дэнди нет. Что там делать вообще без Меки? Ну и Куроку вместе с хвостом и вместе с Пупеем на Джакира забирают еще одного героя, забирают наконец-то эту Нагу, которая мозги уже выила всем. В это время Куху на нижнем лайне абсолютно без проблем. Так, Тобиван опять мне не нужен. Куху в это время на нижнем лайне, вы видите, что, собственно, сделал Слим. Уже подпушил по Т3. Уже Т3 у нас страдает, и Куху, собственно, без линки. Куху, который еще ни во что не собрался, потому что идет 11-я минута, и имейте совесть, откуда брать артефакты на 11-й минуте в Виверу. Уже умудрился спушить у нас линию вместе со своими товарищами, а потом и в соло до хайграунда. После этого, разумеется, игра уже становится неспокойной, ну и Na'Vi вроде как держится. По графикам. По золоту. Оранжи впереди выигрывают 1300 по экспе. Na'Vi впереди выигрывают 2000. Ну, секундочку. Все, возвращаемся. По графикам, собственно, ситуацию мы видим. По ценности. Ценности чуть попозже. Дэнди зацепили на мидлейн. На мидлейн выходит Никс Ассасин. На 11-й с копейками минуте забирает у нас Дэнди. И мидер команды Нату Свинцер идет со счетом 0-2-0. У Дэнди нет планов, я так понимаю, выходить ни в какую меку. Если бы сейчас бы мы смотрели данный матч, и Дэнди был бы на СФ, то вот эти 1180 Дэнди давным-давно потратил бы уже на хедреску, потом бы потратил на баклер и был бы смешным и бесполезным, по сути. Там СФ ни на что не тратится, он, конечно, сильнее не становится от того, что у него нет меки, но при этом хотя бы есть перспектива эти деньги потратить на какой-то дэмэдж. Ну и не будем забывать, что СФ у нас всю жизнь был Красным Скорпионом, был Жаном Клодом Ван Даммом в каждом из его фильмов. То есть стоит по центру и просто разваливает налево-направо всех. Иногда пританцовывая и садясь на шпагат. Так вот, Дэнди еще 1300 имеет у нас по голде, ничего себе не приобретает, потому что Дэнди, если я не ошибаюсь, по-моему, Даггер все-таки тогда был еще, тогда уже был актуален на СФ. И мекой пренебрегали, а вот такими вещами, как Даггер, никто не пренебрегал, потому что СФ у нас убивал не только на месте, СФ еще и догонял. Куху уже подпушивает нижний лайн, Куху уже есть Ultimate Orb, у него есть Ring of Basilus, есть ПТ. Куху совсем немного остается до линки, но это по таймингу где-то, я думаю, минут 5. Минут 5, и Куху... Кстати, Куху у нас встает в кустах. Хвост. Под хостой на хвосте Айн Шелвис. Куху таймлэпс уходит в кусты. Сворм пошел от Куху, ну вчетвером команда Na'Vi его здесь загоняет и дают ему возможность выйти из кустов, чтобы здесь поймать его на варде. Куху выходит из кустов немножко другим вот способом. Охайо в это время забирает Рубика на топ-лейне. Может себе позволить. Он играет на Фурионе. Nature's Prophet, который собирает Shadow Амулет. Не первым артефактом Некрономиконы. Это Shadow Амулет, который превращается потом в Shadow Blade. Nature's Prophet, который прилетел, дал пачку трентов, улетел. Точнее, ушел в инвиз и улетел. Прилетел, тренты, инвиз, улетел. Абсолютно простая схема и при этом чертовски рабочая схема. Схема, которая, опять же, команде Na'Vi... Наверное,
часами 10 позже принесет немало горя и разочарования. Хотя, кстати, по Нави вот так посмотреть, Нави не показывали, что они расстроились. Тот же Хвост, который давал интервью после матчева и после турнирной, сказал, что на самом деле, ну, мы проиграли, да, мы проиграли Альянсом, да, они не были сильнее, мы были сильнее, Дэнди тащил, я тащил, все тащили, ну, слились и слились. Я, говорит, поначалу расстроился, а потом подумал, я съездил на International, я заработал немало денег, аж, согласитесь, 600 с лишним тысяч долларов, это действительно немало денег, даже если это поделить на 5, даже если это поделить на 100, даже если на 300 поделить и раздать всем, это действительно немало денег. И, естественно, немногие дотеры получают такие суммы призовых. Так вот, Хвост сказал, я не расстроился, мы денег заработали, еще чего-то. Смотрелось это не очень красиво, но, в принципе, о моральной стороне данного вопроса говорить не приходится. Просто сказал и сказал. Понятное дело, что команда ехала не только за деньгами. Команда ехала за победой на этом турнире. Команда ехала вернуть себе титул чемпиона, который они отдали команде IG. Причем вполне заслуженно отдали команде IG на втором International после победы над командой Yahoom еще на первом при ArtStyle. И ехали якобы забирать назад вот тот желанный артефакт, который Game News с компанией Valve дает победителям TI. Поэтому, разумеется, от Na'Vi ожидали хорошей игры и думали, что тогда же такую команду, как Alliance, которым пророчили небывалые абсолютно высоты, и которые после того же International номер 3 сдулась просто как мыльный пузырь, лопнула и не стала такой командой в принципе на мировой сцене, и данный турнир тому доказательство. И вот Na'Vi, разумеется, должны были им разбивать лица в финале, и они неплохо так били. Если я не ошибаюсь, 2-1 они выигрывали у своих оппонентов, должны были забирать четвертую игру и выигрывать со счетом 3-1. Где-то что-то пошло не так, но мы к этому матчу в следующих выпусках еще вернемся. Ну, примерная схема такая, что где-то начали подфиживать, подсливать и перешли на пятую игру. А вот в пятой игре Дэнди великолепно абсолютно себя чувствовал. На Templar Assassin он шел со счетом 1 000 000 на 2 там, или 1 000 000 на 4. Ну, короче говоря, Темпларка, я помню, что 17-3, если не ошибаюсь, в какой-то момент был счет у Дэнди. Он великолепно себя чувствовал. Так, Курок у нас цепляет Нета. Нета должны, по идее, забирать. Он это еще нет 6-го левела. Дэнди у нас уже с даггером прыгает на хайграунд. Нет, на лоу хп. Нета не примораживают. Пошел реквием у нас от Дэнди. Пока что драка без фрагов. Ну и теперь Муша прыгает. Орет у нас на СФ. СФ отправляет в таверну. Куроку забирает Scream of Pain. Пока что файт 2 в 1. Сразу же выкупается у нас Квапа. Квапа возвращается в файт. Минус Пупей. Куху уже даблкил в этом файте имеет. Хвост пытается нарезать по Куху. Хвоста закрывают спруты. Хвост проедает спруты. И с армлетом тут придется поиграться, если он хочет выжить. Ну, я думаю, он хотел. Выжить не получилось. 4 в 2 становится размен. И Муши, как оказывается, выкупился не зря. Здесь еще Фаник, он не закончил драться. Фаник у нас забирает Никс Ассасина, и размен, по сути, становится 4 в 3, плюс байбек от Муши. По итогу этого файта Na'Vi не удивлюсь, если останутся еще и в плюсе. Сейчас глянем. Пока что Na'Vi проигрывают 6 тысяч золота и по экспириенсу 1500. Что-то я завелся, как будто матч свежий. Ну, для меня матч свежий. Я его смотрел тогда единожды и специально предварительно не пересматривал перед данным выпуском, чтобы не получились у меня мхатовские эмоции, с которыми я не совладал бы. Чтобы меня хоть что-то в этом матче, разумеется, удивляло. Ну что, 6-9 становится счет. Na'Vi 6 по золоту, 1500 по экспириенсу. 17-я минута, и дота более-менее у нас пассивная происходит. Такая дота, которая, в общем-то, и расслабиться тебя особо не дает, потому что фраги происходят. Вроде 17 минут, 17 фрагов, все ровненько, все складывается неплохо. А с другой стороны, такая дота, которая, ну и на кураже самого зрителя не оставляет. Разумеется, это уже сейчас, я говорю. Тогда, когда на кону там было 400 тысяч долларов, и это было прилично так уже хорошенько вечером глубоким, как все интернешнл трансляции на территории СНГ проходят, тогда, конечно, нервы были запредельные. Ну и на данный момент, собственно, дота таково и осталось. Просто, понятное дело, что нервы поутихли, потому что уже что, собственно, нервничать? Na'Vi все в 2013 году и оставили. Верни мне мой 2013. Na'Vi там все, что можно было выжать из этого интернешнла, выжили до гранд-финала. И в гранд-финале не дожали своих соперников. Ну, по данному матчу.
Еще раз, кстати, давайте не еще раз, а наконец-то я хоть объясню, что это да как. Это некая ретроспектива на 2013 год, на финал лузеров, в который Na'Vi свалились после поражения от Alliance со счетом 0-2. И упали они на оранжей. Оранжи, которые к тому моменту в полуфинале лузеров, Na'Vi упали из сетки виноров, где они проиграли альянсам в полуфинале виноров. В финале виноров. И падают на финал лузеров, где их ждут, собственно, оранжи. Сами оранжи обыграли к тому моменту команду Tong Fu, которая, я думаю, вы помните, с каким треском далась Na'Vi. Tong Fu, которых Дэнди тягал на хуке, и который исключительно благодаря вот данному багу Доте тот матч удалось команде Na'Vi против Tong Fu вырыть. Ну что, файт пошел у нас на Т2, 19 минута, и вот, собственно, не очень удачный Song of Siren от Na'Vi. Na'Vi догорела уже, пока что размен 1-1, потеряли только Фаника, начинает нарезать у нас хвост, у Муши уже есть блинк, Муша отсюда уходит, Икс должен здесь умирать. Ну и Дэнди пилит просто с руки. Дэнди достаточно быстрый и сильный. У Дэнди нормальное количество хп. При этом, ну, такая потрясающая хорошая мобильность. Размен 1-1. Нет, 1-2 случился. Забрали сначала Na'Vi, Na'Vi. Потом забирают у нас Никс Ассасина. Ну и отдают только Фаника. По сути, размен в пользу команды Na'Vi. Сейчас по графикам увидим. Файт-рекапы здесь, конечно же, не отображаются. Это древняя дота. Никаких файт-рекапов забудьте. Хорошо, что ники еще пишут, и герои у нас более-менее объемно выглядят. 20 минут сыграно. По голде Orange впереди на 7500, по экспириенсу Orange на 800 опережает своих соперников. Ну что, Муши ловит Дэнди, Дэнди уходит в инвиз, Дэнди отсюда валит. Ну и на опережение полетел у нас уже Охай, Охай, разумеется, с просветкой. Дэнди остановили, на Дэнди бросили сетку, Дэнди отправляют в таверну уже четвертый раз. Вообще, по факту, конечно, немножко якорно выглядит Дэнди. И выглядел в том матче 4-1 мидер команды. Ну, согласитесь, не самое серьезное дело. Тем более, против него был Муши. Муши, который 4-2 идет на данный момент. 4-2-6. То есть в 10 фрагах Муши... Из 11 фрагов в 10 Муши принимал участие. И достаточно активно его принимал. 4 убийства, 6 ассистов. Ну, настоящий лидер своей команды. Муши действительно был лидером малазийского коллектива. Кто не знает, Orange — это малазийский коллектив. Так вот, Муши был безусловным лидером коллектива Orange того времени. И, по сути, расстроился после поражения от команды Na'Vi и не попадания в гранд-финал больше всех. То есть был печальнее печального. Попозже я немножко зачитаю, что там в прессе писали по этому поводу. Но основной месседж был такой, что на афтерпати, которая на The International 3 проходила, Муши был темнее ночи и просто сидел, приунывал и что-то приуныл. То есть сидел, даже почти ни с кем не разговаривал. Такой расстроен был, такой печальный, спросили почему. Я уже рассказываю, как анекдот какой-то из прошлого. Подходят как-то к Муши журналисты, спрашивают: Муши, почему ты такой грустный? А Муши говорит: Na'Vi не команда, мы должны были их обыгрывать. Они, правда, могли бы их обыграть, но, я думаю, собственно, эксперты сходятся к тому, что Na'Vi тут могли подслить каточку, ну и только на чертовски крутом скилле и потрясающей удаче, и вообще крутом индивидуальном скилле вытащили эту карту. Оранжевым оказались не по губам. Ну что, у нас связка просто потрясающая от Фаника. Просто великолепная связка по всей классике. Фаник стягивает, Фаник ставит сетку. Все это в ISP от Пупея, там хвост с Айншеллом. И это трипл-килл от команды Na'Vi и дабл-килл конкретно в этом файте от хвоста. Хвост под Айншеллом был. Я так понимаю, что львиную долю дэмэджа все-таки не хвост здесь нанес, а сделал это Фаник. А хвост просто нормально подразбивал потом лицо. Куху у нас уже с линкой. Куху пытаются поймать. Куху на шукучах фиолетовый ему абсолютно. У него максимальный мувспид Шукучи. Будь то open wounds или что-либо угодно, что угодно другое, Куку отсюда уходит. Счет становится 11-12. Графики показывают, что по сути ничего не поменялось. По золоту, а по экспириенсу с 2000 до 700 Na'Vi отыгрывают свое отставание. Счет 11-12. По голде мы ситуацию видели. Ну и давайте пройдемся по героям. Глянем, кто... Кстати, да, одна из важных вещей. Кто как собирался. Потому что артефакты
которые появились в 2015 году, новые. Они только плавненько входят у нас в современные тембилды. Дэнди, очередная схема ухода Дэнди отсюда. На этот раз у Дэнди получилось. Вот здесь вот у Дэнди не получилось не так давно. Теперь Дэнди смог улететь и шестой раз команде Оранж не отдался. Так вот, современные пики, современные и тембилды значительно отличаются. Не только потому, что появились новые артефакты, но и потому, что стратегии были другие, собиралось, да и артефакты немного были другие. Где-то что-то резали, где-то что-то добавляли, поэтому где-то открывались новые какие-то стороны героев, входили в мету, входили в мейнстрим, и под них собирали другие артефакты, как в частности вот SF, ярый тому пример. Ну, то есть, посмотрите, у SF нет Мекки, у SF нет Юу. То есть посадить Дэнди в машину времени, отправить его в 2015, Дэнди просто забросали бы палками и камнями. И сказали, что ты совершенно не игрок, ну, SF без Мекки. Собирайся и переходи в какой-то другой вид спорта. Желательно такое, чтобы мы тебя не видели. А здесь ничего, здесь Дэнди идет по классике того времени. Дэнди у нас модный приговор 2013 как раз вот проходит. Слушание дела заканчивается, Дэнди у нас по красоте собраться. По другим героям давайте пробежимся. Nature's Prophet. Shadow Blade первым артефактом. Shadow Blade, Hand of Midas. Nature's Prophet неугомонный, летает по лайнам и пушит. Летает и пушит, пушит и летает. Одно и то же. Shadow Blade, который must have вообще на Nature's Prophet. Последнее время, я не думаю, что мы наблюдали много к 2015 году Shadow Blade от Nature's Prophet, а и вообще самого Nature's Prophet мы, согласитесь, практически не наблюдали. Ну что, у нас Нет. Вот она, собственно, и комбинация. Нет, юзает у нас Song of Siren. Очень неудачно стоит команда Nine. Ну ничего, отковырялись. Ice Pass пошел у нас от Пупея. Стяжка от Фаника не получается, потому что у Фаника еще нет стяжки. 4 секунды. Нет, у нас пригвоздили просто на месте. Куху у нас уходит в таймлэпс. Куху, скорее всего, отсюда не отпускают. Куху здесь развалили. Нави заканчивается этот файт со счетом 2-0. И вот он, Рошан. На блюдечке остается полухпшный Рошан, которого, в принципе, хвост, Фаник, Дэнди, Пупей забрать-то смогут. И Куроку просто, как верный страж, стоит и ждет, кто будет подходить. Ну что, у нас байбек от Вивера. Куху, разумеется, отдавать Роху не собирался. И здесь еще у нас за Роху этого может состояться и файт. Уже готова влететь Квапа, я так понимаю. Муши уже здесь. У Муши есть Sonic Wave. Муши прыгает у нас прямо в Ice Pass. Муши крадет у нас Аегис и моментально его теряет. Но факт остается фактом. Аегис команде Нави не достается. Ну что, хвост у нас пытается сделать тэп-аут. Хвоста развалили достаточно быстро. Фаника точно так же развалили. Пупей у нас уходит и Дэнди у нас уходит с ТП. Кто тут счастливчик? Кто вообще в файте не участвовал? Куроку. Ну, Куроки, по-моему, немного пораньше вышел из файта. Ну, согласитесь, ситуация достаточно веселенькая. Нави отжимают Роху, оставляют этому Рохе лоу хп, и при этом врывается уже в лежалый Ice Pass у нас Queen of Pain. И при этом Муша, не знаю, каким образом по механике доты это было возможно, но Муша у нас забрал Аэгис. Ну и вот там Nature's Prophet. Nature's Prophet, у которого уже есть Хекс, у которого с руки 160 дэмэджа, который может себе позволить все что угодно делать с Дэнди. И делает это вообще без какого-то зазрения совести. У SF 1-6-3. Счет не самый серьезный. Вот, может быть, вот она Мека. Вот она отсутствие Мекки. Ну, понятно, не спасла бы, разумеется, здесь SF, а никакая Мека. SF спасли бы 5-6 киллов предварительно сделанных. И нормальные артефакты, помимо даггера и вот запчастей от Black King Bar. Вот что спасло бы SF. Ну что, счет 13-15. По голде оранжи продолжают давить. 8000 они впереди. По экспириенсу оранжи впереди на 1500 поинтов. Ну и вроде бы у Нави тут не все хорошо. Я не знаю, еще раз говорю, что я не знаю, в какой последовательности кто у кого выигрывал. Я знаю общий счет. Говорить ему не буду, если что, загуглите. Вот, поэтому здесь я понятия не имею, какая команда закончит выигрышем, какая закончит поражением. Общий счет в Best of 3 я знаю, но скажу так, у нас будет 3 матча. Поэтому с чьей победы мы начнем, я понятия не имею. Ну и давайте пробежимся быстренько по сборкам. Nature's Prophet, Shadow Blade, Sight of Vice у него и Midas для Nature's Prophet. Никаких тебе нул талисманов, никаких тебе ПТ, никаких Blade Mail. Shadow Blade, который был популярным, который
позволял у нас нынче с профитом на всех линиях творить чудеса. Ну и Sight of Vice, который must have, который даже вот здесь вот подсказчик, как что собирать, который постоянно говорит тебе: купи хекс, купи хекс. Играешь на нынче с профите, купи хекс. Никаких мейлстромов, никаких мьолниров, никаких дизоляторов. Купи хекс, потом делай все, что хочешь. Ну и, конечно же, к данным вещам Ухай у нас прислушивался. Вообще, стоит сказать, команда Orange достаточно классически выглядела. Делала все с полнейшей ответственностью. Очень мало было импровизации какой-то. Больше как-то машинально, ровно, классно, интересно, без быковства, спокойно. Делаем все по правилам, все будет хорошо. Они реально были игроки по правилам. В отличие от Na'Vi, ну и те же Tong Fu примерно мне казались и кажутся игроками по правилам. Na'Vi, соответственно, пошли в обход этих правил. И, возможно, благодаря этому им удалось обойти и команду Tong Fu предварительно, и команду Orange в данном противостоянии. Ну и дальше они с такими же врунишками и теми, кто идет в обход правил, встретились в гранд-финале. Но там уже кто кого переобманывал. Ну и вы помните, кто кого действительно в гранд-финале попереобманывал. Ну что, у нас выход на топ-лейн. Из леса выходит 4 героя команды Orange. Хвост юзает рейдж и старается сюда валить. Дэнди юзает БКБ, потому что у него нет рейджа. Дэнди делает у нас степ-аут, у него не получается. Ну и Пупея тоже поймали. Поймали Пупея, Пупея подкопали и Пупея отправили в таверну. Счет становится 13-17 на 30-й минуте, которая завершилась. Полчаса сыграно. 10 тысяч по голде команда Orange и по экспириенсу 4,5. Так вот, Orange. Дота того времени не так легко отыгрываема была. То есть 10 тысяч — это 10 тысяч. Как вам... Представьте, что речь идет о долларах. И как у вас... Как растет, например, чек у вас. Там такие суммы уже были, 10 тысяч, что их непонятно где вообще брать, как их отыгрывать и как возвращаться в какой-то минимальный хотя бы баланс. То есть Na'Vi постоянно берут у нас кредит. И здесь очень сложно было эти деньги возвращать назад. То есть за один файт 10 кусков денег и 15 экспириенса никто не давал в доте 2014 года. Ну что, пошла у нас тяжка от Фаника. Фаник продолжает великолепно себя чувствовать, но до поры до времени. Фаника развалили. Хвост, в свою очередь, забирает Нета. Хвоста на лайфстилеры 4000 денег с собой имеется. Ну, как наличка хвосту помогает драться, я не знаю. Хвост без артефактов. Хвост и сейчас частенько этим злоупотребляет. Ну, на тот момент, я так понимаю, это было критично. Ну, что-то мне подсказывает, что дело близится к завершению данного матча. 32-я минута, падает вторая сторона команды Na'Vi. Куху отсюда уходить не собирается. У него все есть на подсейф, и его непонятно, как вообще забирать. У Куху есть линка для точечных спылов. У Куху есть БКБ для всех. И, по сути, в свои лапы Вивера класть ему хотелось на все, что соперники могут сделать. И делать-то, по большому счету, некому. Просто некому. Ну и вторая сторона команды Na'Vi вот просто на соплях здесь держится. С чем, собственно, еще пришла команда Orange на хайграунд команды Na'Vi? У Икса есть Dagger, у Икса есть Geoscepter, и есть у него Аркан Бутсы. Со стороны команды Orange у Наги ничего, пожалуйста. ПТ, Брасер, все, забили. Нага используется не в тех целях, как использовалась в 14-м и в конце 13-го года, как раз после этого International. Это Нага спокойная, рассудительная, выживаемая, достаточно полезный саппорт, который не бесит, что очень важно иметь в виду. Так вот, это Нага с ПТ и с Брасером. И не надо Наге деньги. И команда при этом может выигрывать. Команда не обязательно должна у нас терпеть, если терпит Нага. Если берется Нага на мид, и Нага терпит на миде, то команда, соответственно, становится без плана Б в принципе. Здесь Нага даже не план Б. Она такой, знаете, план X. Она может удачный Song of Siren дать, поймать всех невероятно хорошо или отрезать кого-то от команды. Например, Хвост юзает у нас, или Дэнди юзает у нас БКБ. Дэнди юзает у нас БКБ, Нет юзает у нас Song of Siren, засыпают все. Мафия, точнее, город засыпает, просыпается мафия. Ну и вот так вот засыпают все абсолютно игроки, у кого не проюзано БКБ. А Дэнди с БКБ остается один-одинешенек и смотрит, как спят его товарищи. И в это время Дэнди просто распиливают пополам. Примерно так, но это Дэнди я взял для примера. Вообще так делалось с любыми другими героями. И не помню, Na'Vi, по-моему, Нагу не юзали, но
много коллективов позволяло себе простейшую абсолютно комбинацию, то есть просто отрезать игрока от команды посредством Song of Siren. И это работало, и сейчас, я думаю, тоже может данный мув сработать. Так вот, Нага у нас с одним ПТ, с одним брасером, и команда Orange чувствует себя великолепно. У них 20 тысяч преимущества по золоту и по экспириенсу, 12,5 тоже для команды Orange. Все, собственно, очень ровненько, все спокойно, машинально, механически. Просто идем, мы просто давим, ну, свои артефакты они вынесли. Queen of Pain, БКБ, Оркид и, ну, тут близко, в общем-то, близко к нынешней ситуации. Никс Ассасин, который у нас с Геосцептором, современный Никс, конечно же, по такому преимуществу, по такому нетворсу у него почти под 6 тысяч, уже бы задумался о появлении Аганима и уже бы создавал некое необъяснимое совершенно пятно на карте. И что это, кто это, те, кто там за обновлениями не следили, задавали бы себе вопросы. Понятное дело, что никаких аганимов на тот момент на Никс Ассасина не было, и думать даже об этом никто не мог. Нага, продолжение балета от Наги. Нага приобретает себе Urn of Shadows, у нее нет мысли о том, чтобы забирать Радианс. Она не думает, как ей накопить денег побольше, чтобы потом в итоге накопить денег еще побольше, то есть инвестировать деньги в Радианс. Ничего такого, Нага у нас занимается исключительно саппортингом. Основные действующие лица — это Вивер. В мете Вивер, кстати, который идет у нас в дезолятор, тоже вещь более-менее полезная. И уже, кстати, деньги на дезолятор у Вивера имеются. Секунду. 700, да, тогда стоил? 300 рецепт на дезолятор стоил. Что-то я пропустил. А, собственно, у Куху деньги есть на дезолятор. И через 150 голды будут деньги еще и на байбек. И Куху примерно к этому движется. По команде Нави, по запаку. Мека есть у нас у Фаника. Боттл есть, Огр Клаб, Мэджик Стик и Аркан Дуцы. Сейчас бы Фаник уже, конечно же, бегал у нас с Гвардиан Грифс. Но, разумеется, нам до Гвардиан Грифс еще 2 года. У Рубика полнейшая пустота. Куроку в данном игре до даггера, я думаю, так и не созреет, потому что у меня есть подозрение, что игра эта закончится, если не сейчас, то в течение 5 минут. Просто нафармить на даггер Куро не сможет. У СФа даггер БКБ. Тут Дэнди, конечно, не стал примером того вот оторвиголовного героя, о котором я говорил. СФ здесь выживаемость себе прокачал, ну а в целом подкачала вся команда. 22 тысячи по золоту, 15 по экспириенсу. Ну, если бы были деньги, Дэнди бы собирался у нас в дэмэдж. В дэмэдж у нас собрался лайфстиллер. Ну так, относительно. Армлет есть, есть Abyssal Blade у лайфстиллера, фейсбуцы. Больше, в общем-то, ничего. Команда Orange забирает у нас рок. Ну и Нед, скорее всего, песню свою сейчас уже начнет. У Муши есть еще и ДД. Нед видит Дэнди. Дэнди не отрезают от команды. Song of Siren не юзает у нас нет. И Дэнди отсюда уходит. Ну и Джакира. Джакира тоже full саппорт. Full саппорт абсолютно нищий, у которого только Urn of Shadows. Пупей у нас выполняет роль бедной, просто нищенской Наги. Тут даже Нага, которая вообще, по идее, никого не убивала по крипам. 15 на 0, а у Пупея 37 на 0. Ну и при этом Нага по нетворсу на 600 опережает Пупея. Но как-то в артефактах это не отражается. В артефактах у Наги все повеселее гораздо. Есть тебе и ПТ нормальный, и брасер дополнительный. Точно такой же гем, как у Пупея. Или у кого тут у Кура был уже, или у Дарксира. Вот. Ну, короче говоря, я думаю, что команда Orange должна додавить. И примерно сейчас уже данное действие случится. Последний заход, я подозреваю, от команды Orange. Уже начинает подпушивать у нас энты Тауэр. Ухайо приобретает себе Дейдалус. У него 21,5 тысяча нетворса. Он переформил хвоста в 2 раза. На 10 тысяч больше. У хвоста 11 тысяч нетворс. У Дэнди десятки так и нет. Он больше, чем в 2 раза переформил Дэнди. Вообще все 3 кор-героя команды Orange у нас в топе. Они занимают первые 3 позиции. И только потом идет хвост. Только потом уже шагает у нас Дэнди. И, конечно же, смотрится это все не как от победителя. То есть не по-чемпионски выглядит Нави в этой игре, это понятное дело. Ну ничего, еще сражаются, могли бы ГГ написать, я думаю, после второй упавшей стороны. Ну, решили немножечко прощупать еще команду Orange. Опять же говорю, я не знаю, кто здесь выиграет, Orange или команда Нави. Ну, как бы
Просто разум мне подсказывает, что команда Na'Vi здесь уже выиграть ничего не выиграет. Команда Na'Vi будет выигрывать выходит, что в двух следующих. Ну что, Дэнди вместе с Нетом. Нет моментально у нас разваливается. В рейдже хвост и Дэнди у нас в ульте был. Ну что, Муши в БКБ. Икса очень быстро развалили. Уже минус 2 делает команда Na'Vi. Куро у нас отвалился. Счет становится 16-22. Муши перемещается по хайграунду. Муши играет у нас в догонялке с хвостом. И, разумеется, хвост проигрывает. Т3 на мидлейне от команды Na'Vi продолжает стоять. Ну, у Куху уже есть изолятор. У Хая есть Дейдал. Хвост под рейджом за Куху. Теперь за Охайо. Охайо просто как-то странно вообще сквозь деревья проходит. Охайо у нас в айспэт попадает. Хвост, по идее, должен его разбирать. Да, Охайо тоже развалили. Ну и Муши погибает. Муши просто теряет Эйджис. Муши поднимается после Эйджиса и начинает настреливать Куху. Убивают СФа, убивают Дарксира. Ловят хвоста в сетку. Здесь Куху, в принципе, от хвоста ничего не оставляет. И Муши тоже, в принципе, ему в этом помогает. Ну и осталось только разобраться с саппортами команде Orange. Они впятером живы, да, очень сильно биты, но при этом практически все живы. Умирает только Queen of Pain. На нижнем лане трипл килл от Куху. И Куху эту игру, по сути, должен закончить. Байбек от Вивера. Вивер погиб. Сразу же прилетает у нас поближе к своей команде. И хвост первым, по-моему, не выдержал. Нет, Пупей у нас не выдержал. Пупей пишет ГГВП, в принципе, с ним можно согласиться. Ну что, как закончилась эта игра? Игра эта закончилась с преимуществом 20 с копейками по золоту и 25 тысяч по экспириенсу. По артефактам, что у кого полезного? Давайте на победителей посмотрим. Они, собственно, сделали все, что хотели, все, что было им необходимо. Посмотрим, как у нас кто собирался. Первый, на ком стоит акцентировать внимание, может быть, даже и главный, на ком стоит акцентировать внимание, это Nature's Prophet. Это Sight of Vice, это Daedalus, это Shadowblade первым артефактом. Hand of Midas тоже, в принципе, достаточно приоритетная штука. Ну и вот, пожалуйста, результат. Nature's Prophet у нас богаче всех на карте. У Nature's Prophet проблем совершенно никаких, как он закончил. Ухаю закончил со счетом 7-2-16. Ну, действительно, можно позавидовать. У Куху, в свою очередь, все идет на подсейв. БКБ плюс линка. Ну и дезолятор. И пробивать его, по большому счету, как бы и нечем. Рубик его поймать не может, чтобы с руки ему навалял лайфстиллер. Лайфстиллер засловить его тоже не может, если вдруг, допустим, кто-то линку ему сбил. Потому что через Шукучи Рубик абсолютно спокойно на макс мувспиде уходит у нас. Джекера тоже становится бесполезным, потому что БКБ Джекера шлет к хренам здесь. Ну и, разумеется, Вивер имеет все возможности драться абсолютно спокойно. Если говорить, что Пупей проиграл в данной игре пик, я бы, конечно, не стал так высказываться по данному вопросу. Пик у Na'Vi достаточно перспективный был, серьезный. Для драк все великолепно, и Фаник показал, что можно было эту стяжку и стену, которую Фаник ставил, обратить с большей яростью против команды Orange. Но вот реализация действительно подхромала. 1-5 Джекира идет, 3-8 мидлейнер Дэнди идет. Хвост кое-как барахтался, 7-4. В целом смотрелось не алё. Ну что, друзья, 2-3 секунды перерыв, 2-3 минуты, точнее, перерыв. Я пока загружаю у нас второй матч. Напомню еще раз, это Retro International на интернет-телеканале, все правильно. Телеканале Игрокам ТВ, у микрофона друг. Начинаем взгляд на старую доту под, собственно, новым объективом, с новой точкой зрения. Пытаемся сравнивать, что изменилось, что в лучшую сторону, что в худшую, кто из игроков у нас нынче как играет и кто сдулся, а кто стал или остался в порядке. Все, пока что не переключайтесь, 3-4 минуты, зовите друзей. Переходим ко второму матчу данного выпуска. Сегодня у нас будет 3 матча, то есть осталось у вас еще 2 интересных матча впереди и у меня, к счастью, тоже. Все, до связи, 2-3 минуты и вернемся в эфир.